всего, чтобы я не занимал много времени, может, у вас еще и другие интересные, более интересные вопросы, более важные, я бы сказал, материальные интересы, деньги. Вот, например, тот же Артур Решетников. Особняк в трех уровнях, похож на маленькую такую, значит, крепость, дворец, на маленький дворец. Человек, который всю жизнь был функционером государственным, который ни одного дня не работал в бизнесе. На какие шиши он мог построить себе такой особняк?